Итак, ВМ-700. Начну с комплектации. То есть стандартную комплектацию, как, собственно, и других установок, входит выдувной шланг 30 метров, который цепляется вот сюда, вот на этот выход. В комплектацию входит антенна для работы проводного пульта, для работы радиопульта, вот он такой радиопульт. Также проводной пульт, вот он выглядит так же, клавиатура у него похожа, управление точно такое же. Также все управление можно осуществлять и с самой панельки. Собственно говоря, вот она так вот выглядит. Убираем вот этот колпачок предохранительный с разъема. Цепляем сюда разъем антенны. Провод достаточно большой, чтобы не мешало, можно поставить в любом совершенно месте на корпусе, то есть на магните. Проводной пульт работает следующим образом. Подключается вот к этому разъему. Вот так фиксируется. И можно управлять с него на длину провода как угодно. Плюс еще можно увеличить эту дальность за счет того, что вот эта вот часть с антенки откручивается, сама антенна, вернее, с площадки своей, и прикручивается вот сюда. Длина провода позволит нам вести на 30 метров, и радиус действия вот этого пульта, он 50 метров. То есть 80 метров от машины можно управлять установкой. Так, машина включена в сеть. Включаем. Нажимаем кнопочку «Старт». Начинает работать воздуходувка. Пультом управления я могу добавить воздух. Могу убавить. Как угодно. Вторым нажатием включается ворошитель. Вот они включились. Увеличиваем подачу воздуха. Здесь на задней стенке расположена крышка, ходовой вид. Он можно добавлять, можно убавлять подачу материала. Вот это вот модель ВМ-700. В следующем видео расскажу про ВМ-700 мини.